Меня зовут Касым Вахтиор, я учусь в 9 классе. Сегодня побывал на первом занятии Gameflow, и мне очень понравилось. Сегодня было много интересного, мы узнали много интересных фактов о юридическом университете. Мы побывали в разных зданиях этого университета, и мы общались с проректором юридического университета, и нам очень понравилось. Приходите и вы. Меня зовут Ураева Софина, я ученица 9 класса. У нас прошел пробный урок криминалистики. Он был довольно интересным. Я Хакимова Диора, а это был мой первый день участия в проекте Кемпло. И пробный день оправдал все мои ожидания. Я впечатлена. День мы начали с обхода всех трех зданий юридического университета. И у меня буквально были мурашки из-за того, что тут все пропитано юриспруденцией. Также сегодня я получила большой поток информации, особенно на пробном занятии по криминалистике, где у меня была возможность лично наблюдать за процессом выявления отпечатков. Также я сегодня ознакомилась с большинством проектов, таких как Сулкорт или СЮДИСИ, а также Цулмун. Советую всем посетить этот проект, потому что вы уйдете с огромным багажом знаний. Меня зовут Ибрахим Фамаль. Я участник программы Gameflow, которая предоставляет образование в сфере юриспруденции. 1 августа прошел первый урок, в котором была тема криминалистика. Преподаватель был очень интересный и рассказывал очень интересно. Ман Хайдарали Бехрузбек. Бүгінгі Gameflow лойхасыга іштирок еттім. Gameflow лойхасыда ман жүдем қызықарлы ва етарлы болген дәрежеде білімлерді алдым. Gameflow лойхасы мәнге жүдем яқты. Аз юрточлар, сіздерге Gameflow лойхасына маслахат беремін. Сегодня прошел первый ознакомительный день нашего проекта Gameflow. Была организована экскурсия по всем трем зданиям юридического университета. Также была проведена встреча с проректором. Был проведен урок по криминалистике, тема которой была осмотр места происшествия. Всем участникам очень понравилось и было очень интересно. И в конце участники были ознакомлены со всеми проектами, в которых они будут принимать непосредственное участие во время программы Gameflow. Успей присоединиться к проекту до начала основной программы для того, чтобы почувствовать себя студентом Ташкентского государственного юридического университета. Нормально?